каком мероприятии мы сегодня находимся? Открытие лаборатории, учебно-исследовательской лаборатории совместно с НПС «Европрибор» и Университета технологического Витебского по направлению промышленной автоматизации. Эта лаборатория носит практикоориентированный характер, то есть ориентирована на то, чтобы подготавливать специалистов, которые необходимы на производстве. Это обучение студентов и в дальнейшем на базе факультета повышения квалификации университета взрослых работе на данном оборудовании, методике программирования, методике конструирования систем, особенности использования отдельных компонентов автоматики, решения каких-то промышленных задач в условиях данной лаборатории. И, конечно же, мы надеемся, что это сотрудничество будет развиваться, а результатом такого сотрудничества будут выпускники наивысшей квалификации, которые создадут конкурентоспособность нашего университета на рынках и здесь, в Беларуси, и на мировом рынке. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.